Тачок, тачок. Упал. Какую рыбу поймали? Видите? Видите, какая она вообще другая. Это говорит какой-то сик или чи или чир. Сик, наверное. Не чир? Я не знаю. Но вот какая-то вот такая рыба. Я что-то смотрю, как на чира какой. На чиры такие. Мы ловили, но они большие. На чира смахивает. И видишь, вот именно губа, как это. Это как, да. Ну, походу, это чир. Чир. Этот плавник такой. Короче, ребята, дождь. Время 6. Ну вот, как бы дождик маленько закончился. Развели костер. Отдыхаем. Как бы подготавливаемся к следующему дню. Наступит утро. Ребята подъехали тоже. Вон, видите, у таежика все по-таежному. Красавчики. По спутнику антенна приехала. Теперь можно по спутнику интернет. Можно это. Короче, ребята, дождь идет и идет, а мы все сидим и сидим у костра. Думаю. А, ребята, камера запотела. Все мокрые, куртка мокрая, все. Ну, идешь, просто наслаждайся природой в этой сказке. Потихоньку, размеренно, помни, болотники нельзя пробить. Корявая тропа. Перемен, мы ждем перемен. Все в тумане. Все мокрое, ребята, вообще. Цыпа. Вообще грязь. Грязь. Грязь.